В течение 2021 года региональное отделение фонда госимущества заработало более 235 миллионов гривен для государственного бюджета. Это в 46 раз больше, чем в прошлом году. Был продан ряд крупных объектов, в частности завод «Одесса-Винпром» на Французском бульваре, который принес львиную долю от этой суммы. Также, среди прочего, можно отметить приватизацию недостроенных корпусов завода «Орион», Черноморский центр гострудаи ремонтно-строительную площадку «Агрос». Но за эти объекты победители аукционов должны рассчитаться до конца года. То есть сумма фактических финансовых поступлений еще возрастет. Если говорить о вышеназванных трех объектах, то это 21, 5, 12 и 9 миллионов гривен, соответственно, которые получит госбюджет. Также у регионального отделения фонда большие планы на будущий год. Наступного року вам варто чекати приватизації обох портів, колонії сонячного, телевізійної техніки, Ізмаїльського виноробного заводу, Котовського виноробного заводу, акції Оріону, основного Оріону. І ще 5 чи 7 доволі великих об'єктів. Коли нам їх включать в перелік приватизації, я про них повідомлю додатково.